Продолжим. Типа и не прошло. Руины предтечи. Интересно, что внутри? Кажется, дверь заперта. Поищу другой способ войти. Что ж, посмотрим, что я смогу здесь найти. Этот ящик пригодится. Слишком быстро. Так, чем я там наверху забыла? Какое-то устройство. Угу. Так. Так, вытащу оттуда этот ящик. Где эта батарея-то, блядь? Сумка забита. Потом заберу из хранилища. Энергоячейка. Но она, похоже, разряжена. Эту энергоячейку можно установить в устройство. Вот так. Оно зарядило энергоячейку.
Мне кажется, что-то включилось. Может пригодиться. Хорошо, что у меня есть этот ящик. Теперь должен работать. Готов. Еще реликвии. Лучше сохранить. Может, потом придумаю, что с этим делать. Перед уходом стоит еще осмотреться. Вдруг что-то найду. Хрен ты что найдешь. Так, где у меня снуняк-то? Это что за задание? Так, почки. Блять, это еще дальше. Так, что тут надо? Западнее. Становится навсегда. Сейчас к ним схожу тогда. Так. Хуйня, блядь. Гляди в оба, странец. Это опасные земли. Я приближаюсь к сигналу. Какому нахуй сигналу, блядь? Спрыгивай давай, заебало, блядь. О, ёбаный, блядь.
любит воду. Долгоногий. Серьезно, блядь. Эти координаты Везра передал своим респектам. Вряд ли я смогу открыть двери отсюда. В этих руинах не будут рады гостям. Так, блядь, как так-то, нахуй? Ёбаный рот, блядь. А ты кто такой, блядь? Это что, сука?
А, блядь. Да, блядь, это что ж такое-то? Пригодилось ведь. Вот она где. Сейчас так вы умираете, да, блядь? Охуеть, мужик, блядь. Очень странно. Очень. Так. Сука, опять спалился. Это что такое, а? Ёбаный бред. Мы не успели. Она ушла. Не уйдет. Это что такое, а? Ты уже тут, что ли? Где она? Нет! Со всеми разобралась. Теперь надо проникнуть в руины. Пресечь замыслы Веста. Ой, нахуй. Приближается ночь. Надо быть начеку. Так. Эй, я опять? Тебе помогу. Блять.
Поговорим? Что за неизвестная хуйня? Эй, ты! Я могу помочь! Отсюда ее не открыть! Тут какой-то особый замок! Ублюдки из затмения! Валите! Значит, Везра нашел себе настоящую крепость. Слушай, хочешь их остановить? Можешь пролезть сверху по мосткам. Мы еще не всю южную стену укрепили. Везра прячется на той стороне ямы. Кто ты? И кто остальные? Я Ив. Мы все у Тару. Затмение хватало всех подряд. На границе песни долины. Меня бы загнали до смерти, если бы не ты. Не знаешь, что ждет меня внутри? Затмение. Машин. Что за оружие? Думаешь, мне говорили? Но их главарь говорил про... Это опасно. И упустить мой шанс поквитаться? Так дожди здесь, если я спасу еще кого-нибудь. Хм. А я буду наслаждаться. Ничего себе. Должно быть, у предтеч здесь была тяжелая битва. А это что такое? Передовые позиции смяты. С БКР связи нет. Проще говоря, нам крышка. Есть у кого-то идеи? У нас осталась фея. Когда роботы попрут, взорвем ее. Она выкосит целую армию жестянок вместе с нами. Коварно. Мне нравится. Работаем. До встречи в раю, солдат. Если это бомба, что нашел Везра, я должна его остановить. Предтечи вели здесь жестокие бои. Похоже, здесь была осада. Кровь и пот наших рабов проложили нам путь к древнему оружию. Так. Уже скоро мы пожнем нашу судьбу. Что, все красное, как идти-то? Эта крепость станет основанием нашей новой империи. Мы... А вот и вход. Избранники тьмы. Будем править битву. Если понадобится, потом заберу. Затмение обустроилось здесь с размахом. Пора положить этому конец. И народ Карха больше не помешает нам. Мы свободны. Мы пойдем на мир войной. Так, ну, тебя ебнуть, блядь. Машинка едет. Следующий. Отлично, отлично. Так. Где ты, подла?
Все племена Че? Содрогнутся, когда тьма разойдется по землям. Охуеть, никто даже не узнал об этом. Могуществом самой смерти. Блять, я в ахуе вообще. А нахуй стой. Они меня ищут. Лежит четверть тонны металла. Почти все ребра переломаны. Люди, и не взорвалась. А значит, все инженеры мертвы. Надо как-то выбираться. Это будет больно. Но, как говорится, хочешь что-то сделать, хорошо? Не попало в тебя, блядь, долбоящая, блядь. Эта крепость станет основанием нашей новой империи. Мы, избранники тьмы, будем править тысячами. Карха больше не помешает нам. Мы свободны. Мы пойдем на мир войной. Долгонок это всегда громко. Блять. Заняться их лидером. Громкоговорители подключены к источнику питания, но где? Наверное, в том большом строении.
Уверена, там и он сам. Пойдет в хранилище. Страница? Кто это? Надо их спасти. Помоги! Держитесь, я выпущу вас. Вы в безопасности. Уходите как можно дальше. А ты куда? Наводить порядок. Одна? Это ж верная смерть! Да, для врагов. Слушайте, найдите укрытие, пока я тут не закончу. А теперь займусь этим Везрой. Так, да блять. Люди тьмы. Отлично. Времени нет. Роботы уже у порога. Запускаю алгоритм детонации. Только я способен повелевать искусствами предтеч. Освоив их, я... упрочу наше наследие. Для начала упрочил бы свою охрану. Спасительница Меридиана, как мило, что ты сама... Заткнись, Везра. Все кончено. Отнюдь. Ты изгнала нас из Дома Солнца. Но теперь мы тебе отомстим. Ёбаный рот. Этот кто? Лохотей только усложнит задачу. Надо разделаться с ним. Хуя ты, блядь? Ты чё в ёбище, блядь? Да, сучья ты вымя, а! Блять. Сука, даже прицелиться не дают у тебя. Ох ты, ё! Ты будешь следующим! Ха-ха! А хуя череп-то горит? Я чё, ему ничего не могу сделать? Чё за бред? Так, отличная новость, блядь. Ух, ё! Ты чё, мразь, а? То, что надо.
На тебе в еблище прям. Так, что еще можно уронить? Эти, да? Да ты чё, мразь, а? Чего? Надо её достать! А, блин, ну она хоть тогда сдохнет, блядь. В смысле? Ты ничего для этого не делаешь. Мне и не нужно. Мы оба сгинем в момент. Ты цела? Да, да, жить буду. Я ждал, что ты просто выбьешь из них дурь, но это... потрясающе. А остальные? Я велела им спрятаться, они... Живы-здоровы. Они сумели укрыться. Мы побудем здесь, пока не соберемся с силами. Потом отведу их в Песню долины. Спасибо. Слушай, иногда в своих бреднях Везра упоминал бывших соратников. Говорил, они скоро прибудут. Это так? Я не знаю. Но собираюсь выяснить. Похоже, Везра провел тут много времени. Нашла что-нибудь? Надо осмотреться. И понять, есть ли тут еще солдаты. Воин затмения. Воин затмения. Если ты видишь это, если ты видишь это, значит, судьба увела, значит, судьба увела тебя далеко от дома солнца. Твой путь так. Почти завершён. Следуй за солнцем. Следуй за солнцем. Соврата света пустоши. И погрузись в сумерки будущих побед. Я уже видела это. Тебя новая империя грядет. Я оставил послание в преграде. Те, кому удалось выжить, найдут его и присоединятся к нам. Не выжить я. Так и вышло. Пять племен. Пять бомб. Вот что мне нужно. Их города будут лежать в руинах. И им просто придется подчиниться мне. Этот Везра серьезный тип. Мечтатель. Думаю, я узнала достаточно. Надо вернуться к Ифу и все ему рассказать. Что ты узнала? Приспешники Везра мертвы. Утару больше не нужно бояться затмения. Как и всему остальному миру. Что ж... даже не знаю, чем такой слабак, как я, может быть полезен такой, как ты, но... если будет что-то нужно, ты найдешь нас в Песне долины. Надеюсь, доберешься.
Так. Это хребтолом. Блин, попробовать дрон захватить. Так. Эй, ну давай вылазь, блядь. Ай. Фу ты, блин. Блять, ты принципиально не прыгаешь, что ли, я не понимаю, блядь. Че, блять, как тебя захватывать тогда? Свинота ты ебучая, блять.
как тогда, блядь? Может, нужно на что-то залезть, чтобы запрыгнуть на пол? Ты уебища. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блядь. Чё, охуели, что ли? Пошёл нахуй отсюда, блядь. Да куда ты слезла-то, овца, ты тупая, блядь? Этого нет, заебись, блядь. Как я тебя заставил? О, блядь. Ты опять доебался, блядь. Этот дрон ебаный. Улетает сюда или нет вообще никак? Вот так! И подожди, блядь. Чё?
позже. Ничего не разобрать. Так ты какого хуя-то, блядь? Тут заебались все. Смысле найти место для подключения. Это как вообще? Да, что-то хуета ходит, а? Да, блять, тут! Как же ты заебала, дура ты тупая! Как их извлечь-то? Алло, я извлек, типа. Надо брать, пока есть.
Может, еще что-то надо сделать. Ладно, в следующий раз. В следующий раз. Ну, на костре сохранится. Ты где, коряга, блядь? Пиздец.